Ну а вот перекресток улиц Декабристов и Баграда будет закрыт на ремонт с 8 по 15 августа. И в связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 24. Как сообщили в департаменте транспорта, участок будет перекрыт в связи с проведением дорожных работ по ремонту тепловой камеры. Движение автобусов со стороны улицы Ленина будет осуществляться по схеме Ленина, Профсоюзов, Красная площадь, Робеспьера, Баграда, Декабристов, Регистрационная палата. В обратном направлении схема движения общественного транспорта не поменяется.